Xin chào các bạn, mình sẽ quay về Nga. Họ sẽ nói về Việt Nam. Ở thành phố Anapa có rất là ít người đã từng đi nước ngoài, thậm chí không có ý nghĩa để hỏi họ đi Việt Nam hay chưa. Cho nên ở thành phố này mình chỉ gặp được hai người, thực ra là nhiều hơn, nhưng mà một số người họ đã từ chối, họ không thích được quay cho nên họ từ chối được quay. Còn hai người, một người đã đi sống ở Việt Nam trong 3 năm và một cô gái, một phụ nữ đã đi du lịch cách đây vài năm. Và xin đến cuối, bởi vì video với chàng trai đã sống theo ba mẹ làm việc ở Việt Nam và chàng trai ấy cũng đi theo và sống ở Việt Nam trong 3 năm. Và mình sẽ ghép đoạn video này, đoạn phỏng vấn này vào cuối video, nên hãy xem đến cuối nhé. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы были когда-нибудь во Вьетнаме? Да. Давно? 4 года назад. Удивило меня то, что они моются в море по утрам вместо дома. Но я попала случайно на вьетнамскую свадьбу. Просто нас всех сгребли в эту общую кучу, там, давайте танцевать, давайте нас поливать шампанским. Тут у меня вся одежда была в шампанском, они такие радостные были. И такие прям, они тактильные. Они тактильные, какие-то мне как показалось, они такие добрые. То есть, не зная нас, они предложили там выпивку какую-то мне прям в руки дали, и вот в этот круг и танцуют. И я скажу, что как-то мало куда можно сходить, кроме там национального театра, что-то еще. Не знаю, так чуть стемнело, крысы бегают по пляжу, по газонам, просто жесть какая-то, конечно. Ну, это, наверное, так везде. Что меня приятно удивило по сравнению с Россией, да? На улицу весь мусор выкинули, при этом через час уже ничего нет. Я специально проводила эксперимент. Я ходила в белой маечке и думаю, не буду ее стирать до тех пор, посмотрю, насколько она мне загрязнится. Ну, думаю, просто вот наберусь терпения и не буду стирать. Потому что у нас в России что? Утром в обед уже можно поменять. Ну, к вечеру. Вы знаете, я ходила 2 дня, на третий день мне уже стало стыдно. Я думаю, надо снять, но она не стала ни серой, ни грязной. При этом, казалось бы, что на первый взгляд антисанитария полная. Пожалуйста, были когда-нибудь во Вьетнаме? Нет, я не был во Вьетнаме. А хотели бы поехать? Я думаю, что нет. Дело не во Вьетнаме, а, наверное, во всей Юго-Восточной Азии. Не тянет. А почему? И куда бы вы хотели? Вы знаете, наверное, слишком жаркий климат. Наверное, слишком непривычная еда. И, наверное, третий фактор – это антисанитария. То есть, но слышал, что очень люди хорошие, точно. Не агрессивные. Доброжелательные, здорово. Я был в Европе, был во Франции, был в Чехии и довелось побывать в Латинской Америке. По Вьетнаме я знаю, ну вообще, где он находится. Но если на карте, да. То это где-то он здесь. То, что я ела, это, наверное, не совсем можно считать вьетнамской едой. Слушай, роллы, как бы там какие-нибудь вок. Супы специфические. Сопа. Считается вьетнамцем? Мне кажется, очень милый. Он как котик, такой мяу-мяу-мяу. Очень много таких мягких, мяукающих каких-то звуков. Был ли когда-нибудь во Вьетнаме? Да, конечно. Где? И когда? Как долго? Я прожил в городе Мунгтау. Около 3 лет. Вернулся сюда в Россию 4 месяца назад. Вот. Какое впечатление у тебя сложилось о Вьетнаме? В целом, значит, я скажу, что позитив. Один позитив, потому что другая страна, другая культура. Какое отношение к вьетнамцам? Что ты о них думаешь после своей поездки? Ну, скажу, что они дружелюбные. Вот, очень веселые. Особенно, когда выпьют. Начинают петь. Не драться или есть ничего, а именно вот петь. И приглашают тебя там, может быть, что-то сделать вместе с ними. Караоке пел? Конечно, обязательно. Да. Караоке. У них очень любимая тема, особенно их вьетнамские песни. Они любят наши отечественные, Аллу Пугачеву.
Миллионы холокрос, это по-любому, на 100%. Значит, дорожное движение в целом, значит, где я жил, в Мунтау, оно приемлемо еще. Uh-huh. Вот, как бы не так много машин еще. Вот. Мы брали машину в прокат, uh-huh. вот, у знакомых вьетнамцев. И, значит, мы стояли на месте, просто никак еще не двигались. И тут нам, значит, прилетает в бок с правой стороны вьетнамец. Пришел отец, значит, ну, типа, давай разбираться, вызывать полицию. Он такой, типа, окей, я все, я в порядке, все окей. В смысле, ты окей, ты в машину мне въехал, типа, давай разбираться. Да, ну, типа, английский начинает общаться, ну, типа, говорит, да, не, типа, скоро не надо, я в порядке. Типа, ну, не понимаю. Как уже какая-то начинается, ну, агрессия, там, не знаю. Он сел на байк, просто написал, тупо уехал. Mm-hmm. Все, никто, ничего. Потом узнавали у знакомого, как бы, что делать в таком случае. Он сказал, что с байками здесь им приоритет. Mm-hmm. Ничего не сделаешь уже, все. Был свой байк, у нас, значит, даже семья. Значит, у меня был, значит, Yamaha Nova 3, там 125 кубов. Mm-hmm. Я ездил, наверное, без прав, в смысле... И проблем не было? Не было никаких проблем. Никаких проблем. Меня никто не останавливал. Uh-huh. Никаких проблем. Очень интересный факт. Я был свидетелем нескольких аварий. Uh-huh. Значит, так как скорость у них ограничен. И больше 40, как правило, в городе ездить нельзя. Uh-huh. Вот. То есть они, если даже обрезаются, отряхнулись, сели на байки, байки посмотрели, все хорошо, все, поехали дальше. То есть, как будто ничего не произошло. Как будто ничего не... Вообще, как будто ничего не было. Вообще азиаты, они славятся как бы своим вкусом в плане специй. Mm-hmm. Очень любят острую еду. Это все азиаты. Вот, и вьетнамцы не исключение, они в этом прям, ну, молодцы. Mm-hmm. Вот, но умеют делать как бы, значит, остроту, добавлять ее в очень правильные пропорции, mm-hmm. и получается очень вкусно. Как бы основное, конечно, это суп фо. Mm-hmm. Даже бывает такое, что не хотелось переходить на русскую еду. Mm-hmm. Как бы привыкаешь, на это подсаживаешься. Специи очень классно, метаболизм ускоряется, потому что если ешь что-то острое. Рыбный соус пробовал? Конечно, обязательно. И как? Вкусно, как бы, ну, запах неприятный, но вкус. Да. Плюс еще, в чем кайф, да, всей этой кухни, дешево. Да. То есть можно кушать в ресторанах каждую пятницу, и при этом это будет бюджетно. Угу. Хотел бы, чтобы моя жена тоже потом в будущем должна вообще заготовить. Там сказать, потому что я до сих пор не скучаю, как бы думаю там о чем-то таком вот. Ну, да, реально вкусно, ты mm-hmm. не привыкаешь, подсаживайся. И он какой-то свой борщ променяет на суп-фо, не, ну типа, я бы выбрал суп-фо, конечно. Кофе обалденно в Вьетнаме, потому что, если смотреть, первое место Бразилия, да, второе место Вьетнам. Mm-hmm. Значит, по качеству производства кофе. 5 часов утра, mm-hmm. Улица просто забита. Mm-hmm. Все куда-то едут, что-то готовят, и, значит, занимаются зарядкой, вот, и купаются. Uh-huh. Так, в 5:15 выходишь, значит, на побережье, и забито все. То есть, uh-huh. один на одном, просто, как бы, это действительно классно. То есть, люди занимаются спортом, зарядкой, и, значит, еще и купаются. То есть, это тоже спорт для всех, конечно, это на войне. Uh-huh. В обед едешь на улице, даже на байке, да? Значит, у тебя так футболочка есть, приезжаешь, все просто, это ты сгорел. Почему женщины едут полностью укутаны в очках, тут у них, да, значит, да. кепки, здесь у них все перевязано, перемотано, ни одной части, которая могла бы торчать на солнце. Mm-hmm. Вот, почему жарко на улице, зачем обмотаться? Да, все так жарко. Чувствую, как солнце светит, вот. Mm-hmm. А когда они разгорел, я понял, почему. Значит, для меня, значит, было непривычно. Это, ну, вся эта доступность. То есть на улице Вьетнама, как иностранцы, тебе могут предложить все. Mm-hmm. И можно достать все, найти все, что хочешь. Как бы, ну, полная свобода. Например? Ну, например, какие-нибудь запрещенные вещества. Какая-нибудь там запрещенная трава, не знаю, mm-hmm. что-нибудь такое. Вот. Какие-нибудь запрещенные услуги там. Ну, такого у нас нет. Очень интересные животные, которые ночью, как, не знаю, кукушки, постоянно какой-то звук, когда, ну, за первый, наверное, месяц было непривычно. То есть ночью спишь, прям, то есть, как бы, ну, это было что-то, типа, кто это, что это, я даже вышел, на балкон смотрю, никого нет, я вышел на улицу, глянул, что это, ну, кто это, то есть, это такой звук.
Вот, это обычно ящерица, которая сидит на дереве. Змеи, вот, заползали через, значит, по заборам, где-то полазили и залезали прямо на этаж. Прям кому-то чуть ли не в квартиру. Ничего себе. Вот, да, это прям... И один раз, значит, прям запомнилась эта ситуация. Мы ехали с семьей по дороге, по-моему, какой-то кафе или ресторан. И, значит, тут, не знаю, удав или... Удав? Не, даже огромный. Что-то такое прям, ну, толстое, прям вот зелёный. И прям, ну, толщина, наверное, больше, чем моя коленка. Вот, прям здоровый, еще поднимается и шипит. Вот, и прям через дорогу переползает, все остановились, такие глаза. Просто выбежал таксист, открыл багажник, достал тут лопату и забрал с собой. Основное развлечение, конечно, это океан. То есть, ну, в смысле, море. Искупаться это обязательно. Вот, лакшери, отели. Очень классно, когда ты сидишь где-нибудь на берегу, да. Белый песок, пальма, кокосы. Вот, очень классно. Как бы так выйти, просто прогуляться, попробовать какую-то местную кухню, попробовать что-то такое из, ну, интересного. Мы жили в закрытом российском микрорайоне, то есть для русских. Там была русская школа с русскими учителями, с русскими учениками. Все было на русском для русских. А пытался учить вьетнамский язык? Да. Сложный? Очень сложный. Как бы чтение может быть еще ладно, а произношение? Ага, да. Я думаю, что да. Бы, чтоб... Как турист или пожить? Я думаю, как турист. Скорее всего, турист. А пожить нет, да, уже? Пожить нет, к сожалению. Пожить бы ты хотел больше где, в Азии или... Я думаю, что Европа. Европа. Больше как климат. Мне нравится Европа, не знаю почему. В Германии, да? Ну, только, пожалуйста, можно где-нибудь в Испании, во Франции. Как бы, ну, было бы здорово. Phỏng vấn kết thúc tại đây. Khi có dịp khi đi thành phố khác thì mình sẽ phỏng vấn tiếp. Còn bây giờ thì hãy bình luận phần dưới và hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé các bạn.